Всем привет, друзья! У нас новая рубрика, называется «Блиц», и первый герой – это Андрей Святославович Ферапонтов, старший тренер «Руха». У вас будет одна минута, и нужно ответить на 10 вопросов. Вы готовы? Да. Ну, постараюсь. Отлично, поехали. Кто в команде самый техничный? Так, на данный момент, я думаю, Чиди Осичук. Кто быстрее всех пробежит 100-метровку? Я думаю, Петренко Артем. Лучше всех говорит на английском? Английском, но из русскоязычных это Артем Рахманов. Самый вежливый? Самый вежливый, я думаю, Орешкевич Ярослав. Больше всех шутит? Больше всех шутит Васильев. Самый дисциплинированный? Самый дисциплинированный, их у нас много. Ну, если одного выделить, я думаю, наверное, даже честно такой вопрос, тот же Рахманов, я думаю. А лучше всех играет в теннисбол? В теннисбол? Тут тяжело. Именно по игрокам. Тренерский штаб мы не берем. Но из тренерского штаба, я думаю, Демешко. А раньше всех приходит на тренировки? Раньше всех приходит на тренировки. Ну, Илью Колпачука я часто вижу. Самый тактически обученный? Тактически обученный? Я думаю, Гайдучек. Кто больше всех сидит в телефоне? Роман Степанов, потому что я вижу его первым в раздевалке, и он все время в телефоне. Спасибо большое. По-моему, мы уложились в минуту. Все. Заодно определились составом на следующий матч.